мои друзья. К нам в гости пожаловал Ярик Плей. Он собирается нас разнести. Ваша задача — убить его. Слушаемся и повинуемся. Так, пора бы разнести этот режим. Тут вышла вторая часть. Это будет интересно. Вижу. Ты слепой. Ок. Слышу. Вода журчит. А если серьезно, то пока никого не видно. Похоже, он умнее, чем я думаю. Но ничего, большая часть игроков уже убита, и наша команда пополняется. Что это за шум? Помянем пацана. Так, не тушители слишком быстро накапливаются. Где вообще этот Ярик Плей? Болван, я рядом с тобой. Это еще что за? Ом-ном-ном! Я тебя поймаю! Вот падаль! Я знаю, где он. Ах ты мелкий. Ничего себе, вы тут группы ходите. А ты что хотел? Чтобы вы мне не мешали. Вот он! Желтый, лови его! Выходи! Эй! Отвечай! Он слишком много прячется. Красный, сделай что-нибудь. Так, переходим к плану Г. Знакомьтесь. Голубая. Приветик. Я очарован. О боже. Thank you.
Остановите музыку! Так, стоп. Я один? А, что это за окно, блядь? Так ты дверь головой вышибаешь. Вот он в коробке. А-а-а! Открывайся! Живем, живем. Ха-ха, опять вовремя спрятался. Посижу еще. 5 минут спустя. Так, пора выходить. Да где он? Это было близко. Оба на фиолетовую, что ты тут делаешь? Я пытаюсь убить Ярика Плея. И за воевать внимание голубой. Кажется, я влюбился. Чего? Она будет моей! С чего ты взял? Зачем ей ты? Ты даже на месте убить не можешь. Я хотя бы по большей части карты хочу, а так звуку не тяжело, так ты просто завидуешь. Смирись, она моя. Нет, моя. Еще одно слово, и я тебя загрызу. Попробуй, я тебя утоплю тут же. Не сможешь. Успокойтесь, птахи. Чё? Ты кого птахи назвал? Эдына в Батфортах. Он сбежал. Я сломала пути. Теперь он не сможет уехать. Только где он? Вкусный обед был. Интересно, что он сам пришел ко мне? Пойду расскажу остальным. Кошмар какой. Если на этот Если горит Декарта, я выпущу вторую часть. Всем пока!